And it's going to be a wonderful thing. Добрый вечер всем любителям Dota 2 и добро пожаловать в студию StarLadder. Для вас работает Каспер и друг, и у нас саммит под номером 8 в солнечной Калифорнии, где нас, как всегда, увы, нет. Но ничего, главное, что мы есть у Dota, Dota есть у нас, и мы посмотрим вторую карту между Sacred и OG. На первой OG оказались сильнее, по объективным причинам, пожалуй. Да, по весьма объективным причинам. Да. У меня один вопрос. Давай. Ты себя другом по этому назвал? Да. По Фрейду оговорился? Ну, я тебя другом твоим считаю. А, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, значит, други у нас в эфире. Начинаем смотреть карту номер 2. Там драфт, насколько я понимаю, уже идет. Да, и мы можем насладиться им целиком и полностью. Уверен, что медузу мы там не увидим. Да, я был прав. А ее даже и в бане нет, слушай. Так что, может быть, она прямо сейчас и появится. Медузу можно брать, да, в принципе, в этой ситуации. Но они берут Эрспирита. И решили медузу не брать. Джентльменское соглашение. А в целом, медуза, виверна против медузы иногда неплохо смотрится. Но, опять же, иногда. На самом деле, по-хорошему медузе плевать. Вот. Что касается Сент-Кинг виверны, это уже более такой подходящий драфт для Sacred. Более похож на эту команду. Потому что это более часто выбираемые персонажи с Sacred'ами. И мне такой подход нравится больше. Все-таки нужно играть тем, чем ты приловчился, тем, чем ты квалификации в конце концов выигрывал, и тем, чем умеешь играть. Sacred так и пытаются делать. Мы помним их самых эффективных персонажей, там Пак, Джиггернаут, то, чем они эти квалы и проходили. И пытались они играть этими героями, но у них не получается, потому что тут немного другой уровень. И вот я тоже посмотрел их последние результаты, что в своем регионе парни разваливали всех, но даже в своем регионе в последнюю неделю у них, там или две, у них идет неплохой спад. Они проигрывают вообще подчистую всем, там, бразильцам, своим соотечественникам, всем-всем-всем-всем. И, может быть, это тоже какой-то отпечаток оставило на их моральном настрое, и, может быть, они уже сюда приехали, так, немножко угнетенными. Ну, начинается вторая фаза у нас пиков, баны потихоньку подходят к концу, минус Shadow Shaman, Тини, Луна от Sacred, Clockwork, Omnic и кто тоже еще. Я бы Медузу забанил сейчас на месте OG, буду с тобой честен. Не стал бы, наверное, ее отдавать, но ребятам виднее. Посмотрим, что они придумают. Вообще, вот эта пара саппортов Shadow Demon и Air Spirit, она очень ценная. Действительно, очень хорошая связка. Можно залетать под Disruption, можно давать оглушение, можно давать Silence. Все, в общем-то, шикарно. Классно, эти герои сочетаются друг с другом. Два таких активных роумера. Что касается связки Sun King Viverna, тут тоже все неплохо. Viverna хорошо стоит на одной из линий, а Sun King классно перемещается
и занимается другими линиями. Но они даже могут тоже вместе перемещаться по-хорошему, если того требует ситуация. Все-таки шторма убирают. Такое решение. Я думаю, что Сакрет не стоит здесь придумывать велосипед и все-таки Медузу забирать. Слишком она уж хороша в нынешнем патче и в нынешней мете, чтобы на нее забивать. Я думаю, что есть OG план в случае появления Медузы от Сакрет. Можно поиграть вновь через антимага, тем более в связке с Шаду Демоном это весьма неплохо выглядит. Можно поиграть через Бутрайдера, которого тоже очень любят S4. Я предполагаю, все равно, даже невзирая на все то, что я сейчас говорю, Медуза — это хороший выбор. Тут просто такая ситуация, знаешь, как вчера было на диване тоже, когда сидели OG, сидит Fly, и появляется там в драфте Огрмак Медуза, он говорит, ну, 1-0, в принципе, поехали дальше. Вот у него сразу даже там, он говорит, а потом они всю игру что-то там обсуждали, говорили, он постоянно вспоминал, ребята, игра уже проиграна, успокойтесь, успокойтесь. Что вы тут вообще, о чем вы говорите вообще? Зачем мы здесь собрались и что мы обсуждаем? Да, мы видели, как Медузы проигрывают игры, даже на этом турнире. Уже в этом убедились, что Медузы, они не безупречны. И если ты где-то чувствуешь себя богоподобным, тебя могут быстренько приспустить на землю, если грамотно исполнить свой же драфт против Медузы. Мы помним, и Fnatic вчера огорчили. Да, и комплексики тоже. Да. Так что все возможно. Играть с Медузой можно, это не прям страх какой-то, но это неприятно. Ну смотри, давай подумаем, кого могут забрать ОГ под Shadow Демона. В прошлой игре у нас фигурировал такой персонаж, как Террар Блейд. И, возможно, поэтому, во-первых, появился Тайдхантер в сложную, и, возможно, Террар Блейд все-таки появится. Смотрим внимательно. Пока это Медуза. Медуза. Очень... неожиданно. Я не знаю, как ОГ... Надо брать Пэлла тогда. Смелились. Они берут Тинкера. А, на самом деле, Тинкер тоже он не особо страшен для Медузы. Он неприятен. Тинкера еще можно как раз сейчас закрыть. Есть варианты героев, которые могут с ним нормально совладать. Тут можно и через Луну поиграть, например, какую-то там потенциальную с Аганимом. Можно его флейнзить героя, который с Тинкером. Луна в бане? Считается. Шторм в бане. Клокверк есть. Потенциально Никс, Ассасин есть. Никс не в бане. Ну, Никс можно через него поиграть. Зевс, в конце концов. Но пока забирают Пака. Все-таки решили еще чуть-чуть магии Пак себе тоже герой, получить. Который может подловить Тинкера. Тут есть уже два персонажа, которые до Тинкера могут добраться. Это Эрспирит и это Пак. Эрспирит с даггером добирается до Тинкера неплохо, и Пак добирается. Так что Тинкер уже большой проблемой не будет, в принципе. Ну и у вас есть Медуза. Когда есть Медуза, то проблема практически не остается в доте. Просто дайте ей нажать правую кнопку мыши, да, пожалуйста. И R. Разора банят. Ну, а тут парни, по идее, кого они боятся больше? Пэлла ли? Антимага ли? Ну, мне кажется, Фантом Лансер как вариант. Террорблейда еще можно бояться. Но с Террорблейдом как-то можно там выкрутиться, мне кажется, через Шадоу Демона. Вот с Пэллом чуть-чуть сложнее будет. Ну, может, ТБ больше будут бояться. Все-таки под эту комбинацию есть контроль неплохой. Ну, Пэлла бы, наверное, лично я боялся бы больше. Посмотрим. Боится ли так Пэлла, как я, Флай? Да, я бы, наверное, тоже исключал именно Фантом Лансера. Просто если речь идет об антимаге, то они с Тинкером могут карту немного не поделить. И... да и в целом можно вывалиться просто по игре. Тебя, если расшатают вот эти два саппорта, Эрспирит, Шадоу Демон, то... дальше пиши пропало. Плюс Shadow Demon сам по себе против антимага может быть неплох за счет дизрапшена. И в начале, и в середине, да, и в конце целом, игры. В любой ситуации игровой он хорош. Да, именно так. Еще раз говорю, с тем же ПЛ намного сложнее. Phantom Lancer хорош, потому что их много. Shadow Demon таких парней не очень любит, потому что у него почти все точечное. Там земелье еще, ладно, как-то переживет с Медузкой, с Паком. Ну, из вариантов еще есть Вивер. Он немного боится Эрспирита, но против Медузы, конкретно по мидгейму и на старте, он очень силен. Ты можешь собрать Diffusal Blade плюс Монобрейк на 10 уровне. У тебя серьезное выжигание маны. Сколько там, 70 получается, да? Суммарно 70, да. Вот, и ты 70 плюс у тебя Шукучи. То есть ты за одну Шукучи атаку забираешь 140. Джиминейт атаку. Пардон, Шукучи и Джиминейт атаку. Вот так, да, вот забираешь. Да, да, да. 140 маны у человека. Вот. Ну, понятно, что все это работает до поры до времени, до блокинг бара того же на Медузе, потому что против такого героя часто берется БКБ. Либо же просто до лейтгейма, где у Медузы слишком много маны, чтобы ты мог ее спокойно стоять и бить. Вот. Но если ты хочешь играть активно, быстро, но это опять же ненадежно. Можно просто, как и предыдущую игру, отдать, потому что у тебя нет надежного лейтгейма. В этом плане ПЛ выигрывает, конечно. ПЛ, антимаг, они смотрятся шикарно.
Ну, антимаг, наверное, менее шикарно. Ну, антимаг, да, против Shadow Demon не хотелось бы. Но все-таки я им бояться больше, обрати внимание. Да, интересно, интересно. Я почти уверен, что вот именно между этими двумя героями и колебались OG. Они, может быть, сейчас просто будут героя брать, которого АМ контрит еще. То есть потенциально, помимо Медузы, будет еще один герой, против которого АМ хорош. И, наверное, поэтому они его убирают. Это может плюс быть. Плюс фишка, почему АМ хорош против Медузы? Не потому, что АМ напрыгивает на нее в драке и лишает маны. Нет, это так не работает. Обычно это как раз наоборот не работает. АМ чем хорош против Медузы? Медуза за ним просто не успевает. Ты больше перемещаешься по карте. Медуза, она все-таки не такой мобильный герой. Ты перемещаешься по карте, сплитишь, Медуза не успевает. Вот это главная фишка антимага против Медузы. А не то, и при этом там... ты можешь на нее напрыгнуть, да, и уже чей ману. Ну, это обычно не работает, потому что при равном фарме Медуза тебя все равно испотрошит. Так что это такое дело. Там появился Джиггернаут последним пиком. Пак у нас уходит в сложную против Виверны. Стоять, ну, с кем-то. Джаггер неплохо смотрится. Он на линии с Тайдом стоит классно. Он по игре не боится Виверну Сент-Кинга особо, как и Тинкера. Можно Даггер прикупить, прыгать за своими союзниками и Тинкера убивать, как вариант. Ну и плюс Хилинг Варзе смотрится тоже весьма неплохо. Ну и кого брать на последний пик? Можно все-таки карри посолидней. Террор Блейд, ПЛ, все эти персонажи все еще актуальны. ПЛ мне очень нравится. Ну, потенциально еще Свен есть какой-то, но это чуть менее надежно, может быть. Свен против Медузы очень плох, а вот против Джиггернаута очень хорош. Тут ситуация не самая лучшая. А ПЛ он против всех неплохо смотрится. Правда, Джаггер, конечно, справляется с ПЛом тоже, вот так, если смотреть при определенной сборке. Ну, нынче новомодные Джаггеры с Battle Fury, да, могут нормально настроение испортить Фантом Лансером. Ну, Террорблейд, ПЛ. Мне кажется, вот эти два героя для Сакры. Как вариант, еще можно попробовать поиграть в грязную доту с Аркварденом, например. Тоже потенциально этот вариант доступен. Но это уже вопрос, или они хотят эту грязную доту, или они умеют в нее играть. Сейчас поглядим. Сейчас Брудмать какая-то появится. Тоже вариант, кстати. Появляется все-таки Террорблейд. Все-таки по классике решили пойти. Я не уверен, кто лучше, Террорблейд здесь или ПЛ. Может быть, наверное, даже Террорблейд в каком-то смысле выиграет. Вообще, ТБ, получая талант более поздний на дистанцию атаки, плюс имея Diffusal Blade здесь против Медузы довольно быстрый, плюс имея пику, он может нормально с ней воевать. ТБ обычно против Медузы неплох. Обычно. Другое дело, что Джиггернаут еще присутствует, будет немного мешать. Да, Террорблейду будет тут и колдовать не слишком удобно. Все-таки и пак с Вейнинг Грифтом, и у Джерекса контроля достаточно. Но, если он станет аж слишком плотным, то, вероятно, будет Сандер успевать нажимать. Ну, может, еще БКБ там приобретет. Мотостайл у него в любом случае будет, через моту можно хотя бы работать. Ладно. Линии. Тайтхантер и правда может немного пострадать от Джиггернаута, как мне кажется. А Джаггер хорош против Тайда постоянно на линии. Тут снова будут развязаны более-менее руки у саппортов, по крайней мере, у одного из них. Тайда можно и убивать даже. Неплохо. Особенно на первых уровнях, там вообще без проблем можно это делать. Угу. Ты даже берешь просто крит на первом уровне, например, а не Blade Fury потенциально. Тут два варианта, короче, развития событий. Первый — это ты, если выходят два саппорта к тебе на линию, берешь Blade Fury. Если не выходят саппорты, идут в другую линию, то ты берешь просто криты и прогоняешь Тайда в одиночку. Это тоже вариант. Это без проблем делается. А потом подходит любой саппорт, у тебя второй уровень, Blade Fury плюс криты. Ты пробил немного Тайда и под Blade Fury его забираешь. Ну, посмотрим, как оно будет. Гэл. Я не знаю, что это. Это ледяной или какой? Не ледяной, наверное. Почему это вообще он в таком виде? Ну, ладно. Резолултион. Да. Замечательные статуи. Я не знаю, почему нам их показывают. Там вроде как игра идет. Ну, ничего страшного. Да, это... Не мне жаловаться, это уж точно. Да, там, кстати, Сент-Кинг активненько пробежался. Будет, наверное, вот такой, да, вард хитрый ставить. Но вообще такой вард часто ставят с съеданием деревца. Вот правого, которое вот чуть-чуть выше, да, uh-huh. Его съедают, и тогда обзор намного больше. Но он не съедал деревце, потому что для этого нужно подниматься. Снизу ты его не съешь. Увы, это было бы имбой. И вард, в принципе, понятно, для чего делается. Для того, чтобы медузи не стакали, начиная там с первой минуты игры. Он вроде бы как, да, он находится в зоне блокирования лагеря. И здесь точно так же. То есть Сакрет вот твердо намерены помешать фармить медузе. И каково же будет их разочарование, когда будут приобретены два сентрика и разлочатся эти лагеря и все.
И Медуза будет фармить. Можно на старте для Медузы стакать попроще компы. Например, там большой возле центральной линии можно постакать. Можно большой и на легкой линии постакать. Тут где не приди, можно зафармить. Просто вчера вот как раз все и выглядело так, что с первых минут Медузе набирали этих древних. И она приходила там на 10-й минуте и просто... зарабатывала деньги. Хорошее, к слову, решение поставить именно Джаггернаута в центр. Вот кажется сначала, что против Тинкера стоять не так приятно, а с другой стороны, Медуза будет получать намного больше фарма в легкой линии, этой кантри ей особо не мешает. А под Джаггера можно даже убивать Тинкера. С Медузой убивать чуть сложнее было бы. Так что мне кажется, решение неплохим. Ноутейл психанул немножко, вкатывается на демона. Начинают бить его. Правда, Ноутейл помочь своему... суппорту никак не может. Ну вот из минусов этого решения, что, наверное, Тайда как раз напрячь сложнее, чем с Джаггернаутом. Да, вот то, что мы обсуждали с Джаггером, все-таки Тайд хорошо. То есть Джаггер хорошо с Тайдом стоит. Вот Медуза чуть сложнее в этом плане. А вот намного ли сложнее? Все-таки ну, Тайд будет змейка. Больше получать. Все-таки будет больше змеечка получать. Еще. Можно еще змеечкой неплохо напрягать Тайдхантера. Причем сама Медуза не будет попадать под действие Энкора Смэша. Ну, при нормальных условиях. Так, в это время Пак еще в своей сложной линии. В порядке, Пак. Там стики нужно Тайду просто поскорее приобрести, и будет ему попроще на этой линии намного. Леостайл далековато забрел. Сейчас его могут попытаться через Blade Fury забрать. Будет ли раскручиваться Ноутейл? Все это смерть. Да. Ну, очень-очень загулял Леостайл. И таким образом дарит первую кровь для Ноутейла. Идеально. Один и второй по второму уровню получили. И тут вообще без труда можно забирать уже героя. Есть повышение. Этого более чем достаточно. Флайя. Неприятно. Ну, подошла Виверна, и теперь уже и Медузе не так просто стоять на линии и флаю. Ну, как сказать, Медузе неприятно стоять. Я смотрю, у Резолюшна вообще выражение лица не меняется. И не потому, что это Дота, и тут, в принципе, статические выражения лица. Просто потому, что это Медуза. Ну, у них, опять же, в центре просто потенциал убийства выше под выходы Эрспирита с Джаггернаутом, чем с Медузой. Медузе сложно так пробросить змейку, чтобы там Тинкер подставился под эту змейку, которая нанесла много урона она. А вот под Джаггернаута просто оглушение, минимальный контроль, Джаггер добирается на скорости, и Блэд Фьюри убивает Тинкера. Тинкер ничего сделать не может. На ускорении находится Джеракс. Очень неплохо пробил он Мэтью, но Мэтью с Сэндштормом уже на втором уровне. Пак на месте. С4. Орб забросил. Сэндкинг отлично разворачивается и снимает половину здоровья С4. Но при этом сам себя обезопасил. Но Густав уводит крипов за собой. Там по линии, возможно, будет получать опыт. Много опыта и, возможно, много денег. А у Пака все неплохо на старте игры. На самом деле, здесь крипов он уже добил. 20 динайт даже он убился. Так что пока на линиях для OG все складывается неплохо. Ну и Сакрет не сильно отстают. У них, в принципе, у Тинкера дела нормальные, если не учитывать эту смерть. Но она, опять же, так много не сломала Тинкеру. Она больше для Джаггернаута была приятная, да. Сам Тинкер мало сейчас, что потерял. Вот, если бы не ФБ, то вообще он там особо не заработал. А вот Фетблад, конечно, немного денег принес лишних. Сейчас убийства ранее, они вообще денег не стоят практически. Ты можешь героя там убивать, 100 золота, 150-170 золота получать. И проще трех крипов добить на линии. Да, ну тут другие уже факторы более решающую роль играют. Это как раз набор уровня раннего. Да, второй, ты быстрее третий уровень. Быстрее наберешь. На миде как раз убивать всегда приятно. Пока там герой добежит, ты лишнюю пачку крипов дофармишь, на пару уровней его обгонишь, и там ему сложнее. Да, а шестым же Гернаутом он в одиночку может Тинкера убивать без проблем. Да, он его и будет убивать. Правда, о шестом уровне пока речи быть не может. Только четвертый у Ноутейла. Подловили. Да, все, это убийство на Тинкере. 100% фраг. Так и есть. Молодцы уже. На самом деле, я изначально об этом даже не задумывался. Вот когда мы с тобой обсуждали драфт, я думал, что они вот так топорно поставят стоять Джаггера с Тайдом. Но они сделали более умно. Намного более умно, чем я даже мог предположить. Ну, получается, вариант с Джаггернаутом в центре, он более опасный и для Тинкера, и для OG не так страшно было сменить эти линии. Да. Все верно. Больше рисков реально для Тинкера, потому что через Медузу ты можешь убивать, ну, очень редко. Она, ну, что она может сделать? Дать 2-3 выстрела и змейку. Это там 3. Ну, я вначале даже об этом не думал, когда увидел, что они так линии поставили, стало уже более понятно, что парни тут все грамотно продумали. И они видят тут ситуацию куда лучше. Молодцы. Может, реально они молодцы. Просто так сделали, а потом получилось, что это классно работает. Обычно, знаешь, в науке, когда эксперименты ставятся, прочие вещи, обычно так и происходит, когда вот вы просто сделали что-то,
просто, а оказалось, что это гениально. Единственная проблемка будет у них — это Террорблейд, у которого фарм уж очень солидный, и он будет фармить и фармить и фармить. Его остановить трудно. А чтобы убить Террорблейда, нужно сместить немало героев. Более того, нужно рассчитать, чтобы под Сантер, наверное, не попасть. И тут уже от пака многое зависит. Нужно давать Сайленс или Эрспириту, или паку в момент, когда уже человек планирует нажимать этот Сантер. Тогда можно его убить. Но даже это не всегда работает. Вылетел демон. Пытается прогонять Ноутейла. И Ноутейл ставит себе лечение. Ну, а Тинкер ему пока ничего сделать не может. Еще одно нападение. Я тут флая. Подводится Хеленквард. Вертушечка от Ноутейла. Как раз вовремя для того, чтобы не пострадать от Сенкинга. Но пострадает он от него сейчас, скорее всего. Главное, вард. Вард не отдавать. Сенкинг все понимает. Прекрасно идет, ломает вард. Ноутейл жил, но получил ракету в спину от Лео Стайла. Это убийство. Небольшое упущение со стороны Ноутейла. В принципе, когда он увидел телепорт Сенкинга, стоило просто отходить. И все. И был бы он в порядке. Подождать и еще раз атаковать, когда Сэн Кинг уже потратил телепорт. Ну, это жадность. А жадность, как известно, Фрайер разгубила. Ну, Ноутейла тоже. Смотри, ну, вот. Фрайер. Подпольная кличка Ноутейла. Ну, выглядит он обычно так именно. Особенно в своих очках фирменных. Да. Как он вчера сказал, называйте меня Флауэр. Флауэр Дэдди. Что? Ну, его спросил Флай, как тебя называть, Биг Дэдди, говорит, Ноутейл, или как там у него еще был ник, вот этот Флауэр, да? Да-да. Beautiful Flower, по-моему, или что-то такое. Ох, как классно разыграли эту комбинацию! Молодцы, но демона не добить все равно под Cold Embrace'ом. Это красиво было сыграно, но красота не всегда приводит к эффективности. Да, в целом связка эффективная, только вот еще бы одного героя сюда, ну, возможно, бы с Виверной и совладали. Ну, либо чтобы просто вышки не было. Да, всего лишь, чтобы не было вышки. Винджаз увидел Джеракса, увидел С4, что тебе до сих пор остаются на верхней линии. Тинкер, кстати, интересно, сбор возвращается. Да, интересно сборка Террорблейда. Обычно ты собираешь Яша, Драгонлэнс, Диффюжал Блейд против Медузы. Как можно здесь видоизменить эту сборку и стоит ли вообще это делать? Может быть, целесообразным было бы собрать Монтастайл пораньше. Может быть, даже без Драгонлэнс. С другой стороны, Драгонлэнс против Медузы слишком хорош. Так, в центре подловили, и демоны избивают. Лутфери надо нажимать, чтобы демона добить, если уже очень хочется. Но демон живет, демон лечится, не хватит ему здоровечка. Флая, правда, в ответ заберут тоже. Да, и желательно бы еще не подставляться под Джиггернаута с его Омнислэшем. Поэтому гнаться куда-то в лес или просто уходить в лес сейчас определенно не стоит. Тайдхантера Ноутейл увидел. 15 секунд, правда, до очередного Блейдфьюри. Ноутейл заходил. Так, немножко они шуганул Лео Стайла. Его просто, даже если он даст тревич, мне кажется, там Killing Ward сработает. После этого Ноутейл его просто пожмет. Убить его быстро не сумеют. Там пока у Тинкера уровень не сильно высокий, поэтому да, поэтому все равно не снести там 1000 здоровья, которое есть у Ноутейла. Ноутейл, я сомневаюсь, что будет выходить здесь в Battle Fury. Тут ему более активные артефакты нужны. Может быть, тоже какой-то Diffusal Blade плюс Монтастайл. Ну, насчет Диффузов не уверен, насчет Монтастайла я думаю, что он соберется. И Лео Стайл в центре, выход от пака. Лео Стайл разбивает Лингвард. Очень здорово разыграл этот момент, но С4 сайленсом. Все-таки все, что нужно, сделал. Тинкер очень часто оказывается здесь в одиночестве. И в первую очередь это становится причиной его постоянных смертей. Он ведь не умирал, когда к нему там на помощь приходила Виверна, да, Сент Кинг. Они даже не готовы, значит, были. Вот и все. Просто не готовы были к этому эпизоду. Саппорты. Может быть, чем-то заняты были, может быть, ресурсов не было. Тут надо смотреть на телепорты сразу в такой ситуации. Были ли они готовы, где они находились. По миникарте сложно понять, почему они не летели. А, ну вот, кстати, десятая, та самая десятая минута. Делались уже многократные стаки на древних. И на маленьких тоже, вот кемпах, как мы упоминали, тоже делаются стаки эти. Ну, тут уже фармило просто. Средние и большие лагеря. Все стакают. Медуза будет вырываться намного быстрее, чем Террорблейд. Террорблейд, он тоже потенциально легко отходит в лес и фармит, но это несопоставимо с Медузой. Она может несколько кемпов фармить одновременно, плюс ей стаки делаются, стаки фармить на Террорблейде не так просто, как в Медузе. И, кстати, Флай подставляется, догонит его Мэтью, настигнет оглушением. Даже ракетки летели, но Тинкеру убийства не оставили. Хотя, наверное, не помешало бы. Все хотели очепнуть немножечко Шедоу Демона.
заполучить немножечко опыта. С4. Классно все идет у С4. У него уже дагер зреет. Динай будет. Хвата. Ударчик. Приложился. Хорош. В центре этим временем. Какая-то драка готовится, судя по всему. На ноутейла, по крайней мере, выход состоялся. Клинвард работает. Разбить пока некому ультимейт от ноутейла. Сразу уходит в песок Сэнкинг, но это его едва ли спасет. Да, булыжник. Джеракс помог. Ну, знаешь, я жду момент, когда я скажу, а, Джеракс, что ты делаешь, господи, но пока... Да, это как в детском саде, знаешь, когда там вот Луна, часто так, не знаю, делает, нажимает ультимейт, просто Сэндшторм и привет, Луна. Привет, Джиггернаут, то же самое. Но здесь он все четко делал, потому что он знал, что рядышком есть у него Джеракс. Когда есть Джеракс, вообще можно делать что угодно, я слыхал. И все равно выиграешь. Джеракс, кстати, после Интернешнала очень так блекло смотрелся на фоне самого себя. Вот прединтернешнального периода, да. Но после определенных обстоятельств, когда они там начали проигрывать квалификацию за квалификацией, он написал в Твиттере, что хватит, мне уже надоело, пора браться за дело. Ты знаешь, вот с того твита его игра и правда вышла на какой-то вновь прекрасный просто совершенно уровень. Ну, возможно, необходима была дополнительная мотивация. Все-таки, когда ты постоянно выигрываешь, трудно находить вдохновение дополнительное. Ну да, и период еще вот этот формирования, скажем так, нового коллектива. Роман даже сам рассказывал, когда приезжал к нам на Invitational в качестве гостя, что не все просто было сначала, очень много было разногласий. Ну так, инсайдики такие не самые страшные. Но он об этом и говорил в интервью, поэтому об этом говорить можно. В интервью Cybersports.ru. И потом, после буткемпа, дела налаживаются, и все стало замечательно у ребят. На деле мы видим, что уже первый минор выигран, и сейчас хорошие шансы, все фаворитами считают OG на этом турнире. Не будем забегать так далеко наперед. Но пока не радуют. Пока нужно с Сакрет разделаться. Да. Ну, Сакрет сюда, в принципе, не в статусе фаворитов приезжали. У них сегодня еще игра интересная вот с ВП, которая будет ранним утром. Вновь умирает Тинкер. Мне очень жалко Тинкера. И какой камушек ювелирный! Прям в момент появления героя из Дизрапшена туда там залетал булыжник. Нажал. Там Роман, он просто от счастья, видимо, нажал этот ультимейт. Ну, это мисклик. Ну, понятное дело. Он просто был слишком шокирован тем, насколько ювелир Джеракс. На все кнопки, знаешь, радоваться стал, нажимать. А, что он делает? Как ты хорош! Ребят, видели, он со мной в этой команде играет. Даггер появляется у Тайдхантера. Да, дела, конечно, вновь уже обстоят прекрасно. И я вновь обращаю внимание на этот момент с Медузой. Она не в бане оказалась. Причем первый пик был во второй фазе именно у Сакрет. Но Медузу не стали брать. Не, ну смотри, они варды для блока поставили. Поставили. Все? Хватит. На ноутейла был выход, но ноутейла здесь не взять, конечно. Да, и правда, более активный билд избирает. Даже никакого там ни Монтастайла, ни Яши. Сразу дагер и драмы, чтобы до Тинкера добираться, быстренько убивать его. Ну, не только до Тинкера. Ты Пака, кстати, видел с его интересным, хотел сказать, интересным билдом. Мне показалось на секунду, что у него Юл без блинк-даггера, но нет. Не-не, он, да, даггер приобрел. С4 блинк уже давненько приобрел. А дальше Кая. Вроде как планируется выход в смоке от Сакрет. Да. Но вот если этот выход не удастся, хотя... Ну, кого они убьют? Эрспирит? На, и Ревейдж туда ему тоже. Нет. А репетиция была неплохая. Вот в следующий раз на месте Эрспирита должна оказаться Медуза. Есть одна большая проблема. Резолюшн просто без новки фармит, на него вообще внимания не обращают. Да и обратить не могут, вот в чем беда. Но могли давайте до посмотрим того, на артефакты Террорблейда. Что у него? Что у Террорблейда? Террорблейда 5700, у него денег меньше пока, чем у Джиггернаута. Дело не в этом, насколько быстро он соберет себе Diffusal Blade. Или он вообще без диффузов собирается играть против Медузы. Тут пытался улететь Биджаз. Почему пытался? Потому что есть Dream Coil. Да. Видимо, быстро он не нафармит. Знаешь, я уже сейчас боюсь огорчать наших зрителей, но все идет к 2-0. Я уверен, что 98% зрителей не сильно-то и огорчены. Ну тут я лично огорчаюсь просто, потому что я любитель как раз равных встреч. Здесь пока вот немного не получается. Давайте смотреть, может быть что-то эдакое вытворят OG, что позволит вернуться в игру Сакрет. Потому что Сакрет конкретно придумать здесь что-то сложновато. Должны начудить OG, чтобы эта игра как-то перевернулась в пользу перуанцев и демона. Мэтью сворачивается от... Ну, там змейка залетит и все. S4 Killing Spree получает. И уже
почти есть деньги на Каю. Да, начинают потихонечку гайки подкручивать OG. Подходят и по центральной линии уже к тир-2 вышке, и по нижней линии также кстати, могут поджать. Кстати, интересно, что Роман на 15-м возьмет по такой игре. Наверное, тоже змейку. Сейчас все змейку берут уже, я смотрю. Нет, он взял, а так спит. Роман. Да, мы вчера тоже обсуждали различные билды, обсуждали билд Сумаила как раз в игре, которую проиграли ЕГЭ в последней, когда против него была Дроу Рейнджер. Короче, куча-куча-куча физухи была, и он не взял у вороты на 10 уровне. Взял бонусный урон и ну, это выглядело ну, очень просто странно. Просто ситуация для разгона, ты не хочешь жертвовать этим уроном, он очень хорош в разгоне. Но его уже били. Вот, это правда. Это была правда. История как раз в том, что их уже начинали давить. То есть ты, да, ты фармишь чуть быстрее, это понятно, для чего это делается, но когда тебя уже бьют, возможно, стоит поступить иначе. Может быть, может быть. Лео Стайл страдает, пытается сделать реарм. Не сделал реарм, а Джеракс сделал с ним все, что хотел. Лео стоял в таверне, пик появляется у Резолюшена. Просто вот этот талант на 15 уровне, он чем хорош? Он не только тебе немного выживаемости прибавляет, но и есть потенциальный вариант, при котором ты пробросишь одну змейку в драке, удачную. И такие герои, как СК, как Тейтхантер, не смогут нажать один скилл какой-то важный. Либо оглушение, либо эпицентр, либо же ультимейт даже Тейтхантер не нажмет. В игре против Брюмастера это шикарный талант, например, потому что Брюмастер, он страдает по мане. У него есть там, например, фейзы обычно и Солринг. Ты нажимаешь там какой-то один клэп, например, Soul Ring нажимаешь, и тебе змейка прилетает. Ну да. А у тебя маны нет даже на ультимейт. Это часто случается. Вот этот талант в этом плане, он очень силен. То есть тут просто против ключевых героев, которые дают контроль, и они манозависимые, этот талант смотрится всегда очень выгодно. Поэтому его и стали брать. Плюс он в плане выживаемости дает чуть-чуть побольше тебе. Да, даже намного больше, наверное. Если пересчитывать. Ну, вот именно здоровье. На скорость атаки это тоже. Это на самом деле равносильные таланты. Вот если так посмотреть, очень классно в этом плане все у Медузы. Поэтому мы с тобой и обсуждаем это уже буквально там последних 2-3 минуты, потому что действительно есть смысл и то качать. Это не старые таланты инвокера, это не новые таланты, кого мы там еще тоже обсуждали вчера. Дроу Рейнджер, кажется. Там, где с одной стороны 500 да, урона, а с другой стороны 20 скорости. Вот они очень много талантов, очень много веток сделали, на самом деле равносильные. Можно по-разному. Ну, еще не все, еще далеко не все. Понятно. Но да. Стараются хотя бы немножко, да, выровнять. В основном ключевые герои, которые сейчас популярны, у них есть разнообразные ветки развития. Это то, на самом деле, как должны работать таланты, по логике вещей. Смоук от Сакет, попытка взять как-то перевернуть эту игру. Джеракс пишет. Бейт. Флай бейтит, все нормально, все идет по плану. И смоук, ответный смоук. А просто нужно идти вверх сейчас, скорее всего, под пака. Но тут Наравыч нарывается, Джеракс подставляется, его добивает Бенжас. Сценкинг, правда, пострадал, и передряги пытаются улететь отсюда. Тайтхантер, он-то улетает, но демон, понятное дело, никуда не уйдет. Три героя Сакрет в таверне. Позиция изначально была лучше именно у перуанцев, потому что они находились сверху. У Сэндкинга и Тайтхантера было секунды полторы на реагирование, и Тайтхантер залетел первым, но вот Сэндкинг растерялся. Он не нажал вообще ничего. Он угодил под Dreamcoil, Waning Grief, под все возможные там оглушения и прочие-прочие неприятные для него эффекты. Мне кажется, тут Сэндкинг чуть-чуть запаниковал. Вот... Тайтхантер, конечно, не паникует, плавает. Сверху остается тир-2 вышка, где также крипы недалеко, нужно забирать еще и ее. Можно после нее и на Рошана заглянуть. Ревиджил врага нет, у вас есть Лингвард, хоть вы долго будете бить этого Рошана, но вместе, навалившись под Лингвардом, он вам ничего не сделает. Ревидж откатиться не успеет, пока вы будете убивать Рошана. Плюс метаморфозиса нет тоже. Да, да, есть Хюрикен Пайк на Террорблейде. 12 уровень. Он сам E6 700. Да, конечно, плачевная ситуация. Если он хочет воевать с Медузой сейчас в ближайшие минуты. Вообще, они Медузу не убьют без тяжелого. Ему, в принципе, нужны хоть какие-то артефакты, потому что он сейчас невероятно беден. Такой билд, на самом деле, на пака, он крутой. Ты берешь Spell Amplification талант плюс 8 на 15, ты берешь еще Каю, и можно собирать догон какой-то после да? этого всего. Правда, он пока будет собирать защитный артефакт, это будет Инкинсфера, но тем не менее. Тем она убили. Просто догон ты всегда можешь дособирать еще и в лейт-гейме, да, когда да. ты там 25 уровень, у тебя очень много денег, ты быстро покупаешь себе 5 уровня догон, а у тебя, извините, плюс 18% усиления. Это нереально много, я еще подчеркивал это в момент, когда просто эти таланты начали появляться. Ну, у него раньше было, по-моему, первая на 20-м 10, да, если я не ошибаюсь, до патча 7.07, у него, по-моему, на 20-м был талант на плюс 10. Вот я не помню точно 10 или все те же 8, но... Не-не-не, да, у него точно было больше 8, я просто помню, что это было на 20-м, по-моему, уровне, поэтому там было вроде 10.
Я могу ошибаться на несколько процентов, но, по-моему, там было десяточек. Ну, вот смотрим пока, как убивают Бенджаза. Wicked Sick уже. Бешеный. Очень бешеный. Ну, пока на Рошана нет, на самом деле там ДД лежит. Так, кто-то его заметил, и можно было зайти. Вообще, Медуза вот она в каком-то смысле разрушает интерес в играх. Ну, редко, когда особенно не берут какой-то контрпик явный Медузе. ТБ в каком-то смысле, конечно, против Медузы хорош. Но это только в каком-то смысле. Медуза фармит все равно быстрее ТБ, если ее никто не трогает, а ее сложно потрогать, особенно на легкой линии. Вот. И ТБ, который не успевает по темпу собрать, например, быстрый Diffusion Blade, собрать там пику, я не знаю, Монтастайл еще до кучи. Медуза просто его обгоняет по темпу. Она вырывается вперед и уже не боится так сильно этого Terror Blade. Да, Герус Энкинга появился и Мека у Тайда. Что, в принципе, весьма неплохо для будущих драк. Только Тинкера немножечко не хватает. Нужно ему еще больше набирать. Хотя, казалось бы, у него лучшая ценность в своей команде. Но даже этого недостаточно. Да, на общем фоне это все очень плохие числа. Любого героя сейчас возьми у Сакрет, он реально очень мало может сопротивления оказать кому-то из OG. Поэтому мне тоже не нравятся игры с Медузой, потому что... Да не, вот была вчера, вот две игры вчера было интересные. Колы показали, что можно с Медузой, в принципе, сопротивляться, как-то бороться. И показали вчера то же самое Fnatic. Не то, чтобы там идеально отыграли команды с Медузой, потому что можно было явно сыграть лучше, там, разбирая этот реплей, я смотрел его. Несколько раз пересматривал ключевые моменты, там, принятие решений. Особенно в матче вот против Fnatic были неприятности. Не совсем правильно ребята разыграли в конце. Думаю, что они себя за это не особо похвалят. Но в целом играть с Медузой, еще раз говорю, можно потенциально. Команды пытались там бутрайдером на Медузу отвечать. Это, кстати, тоже неплохой вариант ответа на Медузу. Но это все работает, если ты действительно не сильно от нее отстаешь. А не сильно отставать от Медузы очень сложно. Да, тем более, если все, что вы сделали, это поставили два варда в начале игры для блока. И все. А больше вы ничего не предпринимаете. Вы не идете драться за эти лагеря. Вы не делаете ровным счетом ничего. Ну и самая интересная часть игры начинается. Shadow Demon приходит к вам под базу и начинает просто множить своих героев, отправлять эти иллюзии к вам под базу. Да, это не так мощно работает, как раньше работало. Но все же используемая схема. А сейчас Ноутейл просто в Blade Fury ломает башню и Resolution на второй линии. Также не сильно отстает. Я смотрю, Resolution вообще не стесняется подниматься прямо на базу. Хорошая позиция, кстати, у Сенкинга, но, кажется, его обнаружили. Ну, сложновато обороняться. Кингвар стоит неподалеку от Ноутейла. Вроде как марши немного мешают, но лечение постоянно поступает. Да, ману еще восстанавливают. Вот так медленно, но справились с тир-3-вышкой. Я думаю, что казарма тоже долго не устоит. Тем более Resolution меняет еще позицию, для того, чтобы Тинкер тоже был вынужден ее сменить и пускать машинки уже по другой траектории. И вот оно нападение от Пака. Очень неожиданное. Виверна подставляется. Минус демон. Слишком близко находился. Ну, на самом деле, сейчас могут выиграть драку Сакрет. По крайней мере, вот хорошая позиция у Тайта, но его встречает Джерекс. Джерекс тоже выбирает позицию здорово. И первая казарма магов разрушена. Вслед за ней казарма мечников падет, по идее. Да, все там сейчас должно будет сломать. Там Рэвидж, я слышал. Рэвидж забирают, да. Я слышал этот Рэвидж, но это всего лишь пак. Всего лишь. А тут всего лишь можно сторона. Просто иллюзии отправить и отойти. Иллюзии, по идее, должны быть. Нет? Нет, он слишком быстро выбирает. Умирают иллюзии. Слабенькие иллюзии. Не важно, и так сойдет. Обидно все-таки, там у барака осталось совсем немного здоровья. Ну, может быть, сейчас и пойдут добирать эту казарму. Да, Resolution понимает, что возвращаться хитрец позже будет сложно. Хитрец Роман. Только отвлеклись немного перуанцы, как сразу же прилетело. Смотри-ка, напали на Джиггернаут, хорош прокаст, а добивать-то нечем, потому что там есть еще и Shadow Demon, отличный Stonegaze от Медузки. Медузка залетает прямо на базу, забирает вновь Виверну. Лео Стайл с реармом улетает. Кстати, у Бенджаза ультимейт доступен.
собственно, как-то аккуратненько доберется до Резоля, могут быть неприятности. Сбивает Лемку, и бить нужно, бить нужно, бить. Там еще Эгида. Знаешь, вот все бы ничего, но Эгида на Резолюшине. Это да. Но с другой стороны, сейчас он немного отделен от команды. Там Shadow Demon его подстрахует, по идее. Правда, Тайт пошел его прогонять. Пора в сторону Медузы двигаться. Тайт страдает, ультимейт Shadow Demon, Тайт в таверне. Здорово, Флай. Страхует. Флай на месте. Правда, Тинкер неплохо подлетел на святыню, но попадает уже под Пака, который вернулся к своей команде после смерти. Не знаю, Сэндкинга просто нет. Вот он постоянно, он выжидает этот момент, он чего-то ждет всю игру. Этот Сэндкинг чего-то ждет. А, притом, ты помнишь прошлый матч Мэтью, где он играл на Earth Spirit, там было вообще не приколупаться, он очень сильно старался, и это было заметно. Но сейчас он слишком сильно хочет сделать все идеально, и из-за этого не делает ничего. Мне вот в таких играх очень нравится билд, который Му демонстрирует на СК обычно, вообще не только Му. У них и Зефрик так-то у комплексити играет на СК подобным образом. Они иногда даже Dagger, например, не покупают, и такое бывает. Они могут взять, например, ПТ, они могут взять барабаны и купить себе без Soul Ring. Вот три слота, и ты такой жирный в драке. Ты можешь просто стоять, например, и воевать без остановки. Да, Dagger в каком-то смысле, конечно, нужен. Он для СК, например, он шикарно заходит. Но иногда, например, они могут даже забить на этот Dagger, четвертым ему купить слотом и собраться именно так. И по таким играм это даже неплохо смотрится. Ты очень плотный, можно стоять по драке и просто воевать. Не выбирать там позицию по полчаса, а быть всегда в авангарде. А мы сейчас видим, что не может этот Сэндкинг ничем подобным похвастаться. Ну, Резолюшн стоит и отстреливается, его вообще никак не остановить. И по идее это 2-0 должно быть. Лео Стайл, подловили его на святыне. Тингер пытается сделать реарм, но увы. Ноутейл богоподобен. Тинкер после байбека летит еще раз, но вроде как отменяет телепортацию. Было бы странно на самом деле, если бы он еще раз туда прилетел. Почему я смотрю, даже Роман там особо МКБ не собирается покупать. Просто плотность статы. Да, вот он, Ревель зашел. А Тинкера прогоняет Медуза. Врывается Сэндкинг. Урон наносить особо некому. И Инкин Сфера срабатывает у Резолюшна против Тинкера. Нижняя тир 2 башня рухнет. А появляется еще и Мьёлнир у Джиггернаута. Прямо сейчас. Не то чтобы это сильно что-то поменяло. Что так. А, побеждают OG, да? ГГ. Пишут перуанцы. Вновь беда с драфтом у Сакрет. Еще раз повторюсь, может быть, опять же, не знаю, какая там остановка у ребят, может быть, есть смысл дать попробовать подрафтить демона. Все-таки парень уж очень опытный, явно у него опыта побольше, чем у любого игрока Сакрет. Хоть он и стенд-ин, но, может быть, есть смысл дать ему руль. Хотя бы на одну карту, учитывая, что это последняя карта в групповой стадии для них, и дела у них идут ужасно, 0-5 ребята играют, и шанс вообще ни одну игру не забрать, и, наверное, можно попробовать подрафтить, дать демона. Можно вообще удариться в какие-то эксперименты, и... Ну да, это, в принципе, один из вариантов экспериментирования. То, тяжеловато, сказал. Тяжеловато. Они не справляются с драфтами, тут все-таки в первой в серии их ВП передрафтили 3 игры подряд, здесь их передрафчивает вторую игру подряд OG без особых проблем. И какого-то ответа, какого-то намека на сопротивление пока мы не наблюдаем. Увы, но тут слишком большая разница в классе. Слишком большая разница. Ну, ничего не поделать. А мы можем что-то поделать. Можем, например, немножечко отдохнуть. У нас дальше база будет сейчас, небольшая пауза ожидает. Мне кто-то в уши говорит, я как раз запнулся. Да, вот. Ты как считаешь, вообще на гипотетическом уровне, возможно ли то, что сейчас перуанцы отожмут эту последнюю карту? Ну, только если какие-то изменения будут, потому что их драфтер не справляется. У Двата явно не все получается. Может быть, где-то и поговорить нужно друг с другом. Но, опять же, счет 0-5. Шансы потенциально даже на выход уже из группы, наверное, они тают на глазах, потому что даже у этих команд других групп там ситуация получше должна быть. Но я надеюсь, что хотя бы мы посмотрим интересную карту под номером 3, потому что вот эти две, они были достаточно односторонними. Да, начиная с драфта примерно. Да, да. Хотелось бы все-таки больше драки, больше боя. Ну, больше идеи, что ли, больше задумки качественной в исполнении перуанцев. Не расходитесь, наши дорогие зрители. Увидимся с вами минут через 10, как обычно. Вот мы с Бафиком будем продолжать сидеть в эфире и будут продолжать играть Сакрет и OG.
It's going to be a wonderful thing.